Белорусские аграрии набрали хороший темп. Перешагнули показатели прошлого года. Собрали на 441 тысячу больше. Урожайность 33 центнера с гектара. Вес республиканского каравая приближается к 3000 тонн. Это зерновые, зернобобовые культуры, кроме кукурузы, гречихи и проса. В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума на 3,7%. Теперь в среднем на душу населения будет выходить 283 рубля 46 копеек. В связи с этим с 1 августа вырастут пособия семьям, воспитывающим детей, надбавки, доплаты и социальные пенсии. Изменения устанавливаются по 31 октября 2021. 1 августа завершится общественное обсуждение указа президента о вопросах автомобильных перевозок пассажиров. Изменения коснутся службы такси и маршрутных транспортных средств. Документ ужесточит требования к оказанию этого типа услуг. Главное – безопасность граждан. В Минтрансе полагают, ездить по-новому белорусы смогут уже в следующем году. Сегодня в стране отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Он проходит ежегодно, начиная с 2014-го. Именно по инициативе Беларуси эта дата включена в международный календарь и приурочена к моменту принятия глобального плана действий ООН по борьбе с этим видом преступлений. Госавтоинспекция с сегодняшнего дня и по 2 августа проводит рейды в Бобруйском районе. На контроле сотрудников выявление грубых нарушений правил дорожного движения, которые часто приводят к происшествиям с тяжкими последствиями.